Приветствую вас. Вы описываете скуку как проявление апатии, которая в свою очередь является следствием подавления своих чувств и желаний, что подразумевает наличие у вас депрессивного состояния. Вы говорите о том, что ходите в психотерапевтическую группу, и очень важно понять, зачем и какую проблему там решаете. Довольно странно в психотерапевтической группе слышать такие термины, как «места силы», что, в общем-то, является, да, является, насколько я знаю, эзотерическим термином. Соответственно, именно с эмоциональной сферой вам я рекомендую работать. А я пока не знаю, какие именно у вас проблемы с эмоциональной сферой. Думаю, вам имеет смысл пообщаться с психологом и решить, выявить состояние вашей эмоциональной сферы, дальше уже из этого исходить. В целом, на повышение уровня эмоционального интеллекта вам необходимо в первую очередь работать, исходя из того, что вы написали. Это не беря в расчет той проблемы, которая привела вас в психотерапевтическую группу, конечно же. На этом все. Надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго и удачи.